перед тем, как пошуметь на собственные слова, я все-таки прочитаю то, что очень больно задело многих-многих. Это недавно справивший 90-летие ушедший в небеса Давид Самойлов когда-то поразил очень многих вот этими, ну, в зале много осмысленных граждан нашей Родины, вы поймете, о чем речь здесь, на вечере авторской песни. Вот и все, смежили очи гении, и когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении, стали слышны наши голоса. Тянем, тянем слово залежалое, говорим и вяло, и темно, как нас чествуют и как нас жалуют. Нету их, и все разрешено. Лидия Чебоксарова, Лидочка, Димочка Богданов, вы их еще не видели сегодня такими, какими они сейчас предстанут, благодаря тому, что я однажды сочинил, а Юра Висбор велел мне отдать это на растерзание не Шнитке или Денисову, а Сереже Никитину и Вите Берковскому. И это оказалось классикой. Персия, 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 Персия. Здравствуйте всегда, здравствуй кто угодно, подходи сюда. Персия, Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай. Если я родился здесь, Персия, Персия, страна чудес, и снова Персия, Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай. Если я родился здесь, Персия, Персия, страна чудес, и снова Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай. Если я родился здесь, потому что черные чадры. Персия, Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай. Персия, Персия, словно в раю, честное, честное слово даю. И снова Персия, Персия. Ты думаешь, я бедный и голодный, и потому персики, худой? А Мустафа такой бедняк безродный, и он потому худой? Ты думаешь, Али султану неугодный, и потому худой? Нет. Ошибаешься, вот-вот-вот убеждаешься. Этот вот персидский, но простой народ очень много сил и песням отдает. Целый день поет он и танцует, вот. Вот за что мы очень вот такой народ. Персия, Персия, страна чудес. Если я родился здесь, с песнею теряю вес. Персия. Мой папа Перс. Спасибо.